Пацаны, всем здорово! Девятый тур, и это Саня Щегольцов, с которым я не играл 10 миллионов лет. И наконец-то мы встретились, а уже выходит новый тур, но мы успеем сыграть. Давай, влети, да, 1-0, голь. Эх, не попал чуток. Да, сука, блядь, хоть чуть-чуть бы в мяч попал. Твун-твун. Ну, такой надо забивать. Это 1-1. Да ладно. Как он такой не забил? Охренеть. Он такой-то должен от верху и в нижний угол. Да ну нахуй. Ну, первую катку забрали. Но мы без задротства, ребят, рубимся. Один ноль. Погнали, катка номер 2-1. Это, кстати, ребят, девятый тур, и еще останется два тура, которые выйдут сегодня. 10 и 19, а 21 мы уже будем играть пары, которые царь горы друг против друга, параллельные пары людей, которые займут одинаковые места. Так что будет интересненько. Ну и май будем отдыхать. Блять, хуйню какую-то сделал. 1-0. Саня повел. Бля, в тетюрку забьется. Да, вот это красота, сука. Вот это я понимаю, банка, блядь. Бля, ну это 2-2. А это 1-1. Да ну, как он такой не забил, ебать. Бляди, моя фишка спасает его ворота. Ну это просто пиздец. Блядь, сука, сейчас бы залетела. И моя фишечка просто спасает ворота. Блядь, зачем ты там оказалась, моя родная фишечка? 2-0. Такой нужно забивать. 2-0. 2-0 уже набрал. Давай, Санек. Матч номер 3. Трикшот варьер. Нихуя себе. Ну чё, возьмет камбэчище 2-2 сделает? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут, блядь, я бы если ударил, свои ворота бы забил. Опасненько. Ладно. Сделаем пока что его ворота пустыми. Опа. Ну такой я хуй знает забьет. Нет. Нужно было вот сюда чуть-чуть подкатить, в эту дырочку. Ой-ой-ой-ой.
опасненько. Это тоже, кстати, блять. Я не зря подкатил, да, фишечку? Ой, как не зря. 1-0. Вытерпел натиск и забил. Бля, ребят, ну это вы сейчас увидите шедевр. Просто шедевр, нахуй, моих голов. Сука, не пошел шедевр. Блядь. А этот пойдет. 3-0. Че, четвертый будет играть? Или все? Похоже, все. Че, Сань, спасибо за игру. 3-0, пацаны. Вот, откроем сундучок на видосик. Все, всем пока.